мы нашли подтопольники, тополевка. Красавица! Гляди, она какими рядочками идет. Ё-моё! Красавцы! Ну тут если рыть, а вот они. Чуть-чуть переросшие, но это не беда. А эти красавцы, вот они. А под ногами у тебя? Оп. Да, а то с этой стороны беленький. Класс. Я пока пособираю. Где? Ух ты! Вот это рядочка тополёная. Сюда кидаем. И вот они. Я тут хоть на коленке становлюсь, да, собираю. Красота на колени перед грибами. Для разрыва. И вот. Оп. Этот как белый. Оп. Оп. Оп, оп, оп. Мы их потом поразрезаем. Так и белые красавцы. А это мы делаем вот так. Раз, ведерко. Раз, ведерко. Ой, ну я смотрю в ведро, а вижу их еще шайку. Ой. А вот смотри перед тобой. Я... Красотун. Сколько? 2 минуты у нас было. Чем дальше в лес, тем больше подтопольников. Вот они. Я их разрываю. Боже, вдали сколько их вижу. А их здесь, мама дорогая. Давай так сорвем сейчас. Все, 5 минут. Ай. 5 минуточек. Ведерко подтопольников. Оп. Их еще видимо, невидимо. Красавцы. И в машинке еще у нас ведерко 4 уже. Но это мы по секрету скажем. Красота.